Что это за планета? Узнаете? Это Земля. Но не 300 миллионов лет назад, как вы могли подумать, а через 250 миллионов лет вперед. Тогда континентальный дрейф приведет к формированию нового суперконтинента – Пангея Ультима. К сожалению, человечество, скорее всего, не сможет жить на этом континенте. Почему, сейчас расскажу. Кстати, еще больше интересного контента о космосе ты можешь найти в моем телеграм-канале, ссылка в профиле. По мнению авторов исследования, через 250 миллионов лет Земля превратится в планету-пустыню. Всплеск вулканической активности, которым будет сопровождаться слияние континентов, приведет к выбросу огромного количества углекислого газа и серьезному нагреву планеты. При наихудшем сценарии только 8% поверхности континента, прибрежные и полярные районы, останутся пригодными для жизни большинства млекопитающих. Это не означает, что Земля будет безжизненной, но людям и другим млекопитающим будет сложновато здесь выживать.